Короче говоря, масса всего, но я думаю, что мы будем очень экономить бюджетные средства. У нас 17,5 лир. Итак, 5 долларов – это 17,5 лир по сегодняшнему курсу. Обед бомжа в Америке, как едят бедные русские. Хоть ребрышки, хоть не ребрышки. Привет, меня зовут Назар Давыдов, и сегодняшний выпуск у меня непростой. Во-первых, сразу же хочу поблагодарить Иван Лайфа, который подкинул эту идею. Ну, а во-вторых, перейду к делу. По всему миру есть много всяких стримовых вещей, которые время от времени делаются влогерами. И вот одна из таких тем, которая сейчас по всему миру муссируется теми же самыми блогерами, это сколько можно купить продуктов питания за 5 долларов. Я поеду, сделаю барбекю за 5 долларов среди гор, возле моря, бесплатное место для барбекю, вода, столик, и потом, может, даже искупать. Ну, остальное все увидите вместе со мной, так что не прощаюсь, иду на дело. Но обязательно нужно покупать хлеб, потому что что за пир горой, да без хлеба. 80 крушей, то есть это даже не лира. Ну вот такой вполне хватит для нашего пира. Идем дальше. Шоколадки, шоколадки. Думаю, шоколадки сейчас брать не будем. Восточные сладости. Но не сегодня. Я думаю сделать упор на овощах, фруктах, ну и на курицу гриль. Какая курица? Сейчас посмотрим. Это самый оптимальный вариант. И недорого, и мясо. У меня курица, уже хлеб есть, уже немало. Посмотрим, что у нас с молочкой. Вообще молочка тут у них очень хорошая. Нет, нам не по карману. Овощи и фрукты – это хорошо, но сегодня в нашем райончике проводится рынок по вторникам. Это достаточно недалеко, поэтому я успею сходить и выбрать, ну, что-то 100%, думаю, подешевле и посвежее. Вот так вот выглядит рынок. Куда мы пришли? До 50 баклажаны, 3 фасоль, салаталык, то есть огурцы 2 лиры, помидорчики от 2 до 2,50. И вот такое большое количество всякой всячины. Чего только нету. Сейчас из этого всего многообразия надо выбрать то, что позволяет мне 6,5 лиры бюджет. Вкусно. 2,50. Похожу еще, посмотрю, поторгуюсь. Может, что попробую. По крайней мере, если даже не куплю, да, поем здесь. Клубничка. От 2,5 лир до 3,5 лир. А я иду, пробую кислую сливу. Ее еще местные едят солью. Ну, такое себе удовольствие, сомнительное. Проверить, что за товар. Достаточно неплохо. Там чувак говорит очень громко. Лира 50. О, наш вариант. Я купил огурцы, и у меня осталось 5 лир и 50 крушей. Вот это дело я очень люблю. Но сейчас мне это не по карману, если уж так. Вот так вот режется, тоненько, вкусненько, на открытом огне. Хорошая цена. Сейчас мы попробуем. И дешево, и вкусно. Наш вариант. Взял целый килограмм, так что в помидорах, огурцах у нас проблем не будет. Лира. Лира. Лук и петрушка. Но вместе полторы. Это же Турция. Сейчас мне это упакуют. Вот взял картошки на лиру, запеку ее на мангале. Пакет перца стоит 1 лиру. Я попросил 4 штучки, мне дали просто так.
Поскольку у нас все по-бюджетному, собираю заранее хворост, они же вот такие вот палочки, для того, чтобы потом сготовить обед и уложиться в $5. Так, ну вот, я въезжаю в парк Сарысу, еду на велике, с машин беру деньги, а с меня деньги не берут. Сзади меня телефрик, вот на ту вот гору, море вот слева от меня. Вот, сейчас поеду, буду смотреть, выбирать место, ну вот, а вы пока можете порассматривать местные пейзажи. Море. Смотрите, вы готовы это видеть? Вон оно. А сейчас я буду искать место, где мне приготовить шашлычок и барбекю. Ну что, я нашел место, где буду готовить все то, что купил. Ну и поскольку у нас была цель, задача узнать, что можно купить на $5 в Анталии, Турция, то вот рассказываю еще раз, повторяю, и что у нас тут есть. Вода, курочка, свежий хлеб, огурцы, картошка, 4 перца, которые дали бесплатно, зеленый лук, баклажаны, помидоры и петрушка. Не хватает соли и перца, но я думаю, найду и перец, и соль, и фольгу, и все это бесплатно. 5 минут, сейчас все найду. Все есть. И фольга, и соль, и перец. Промежуточный этап у меня такой. Вот я замариновал курицу, фольгой обернул картошечку, баклажаны, помидоры. Все это ждет своего времени. Ну вот. Вот так вот пекутся овощи. По-моему, очень даже неплохо пока получается. Как у нас у чемпионов говорится, это промежуточный результат. Вот. Овощи уже успешно пожаренные. Сейчас буду делать картошку. Это гламурная фигня. Ладно, это чтобы ветра не было, так что вы меня лучше слышали. Так вот, овощи сделал, теперь буду картошку вот сюда вот выкладывать. После этого решеточку, на решеточку кладем курочку. Вот. Так что все у мастера сейчас заспорятся дела. А, запах что надо. Все-таки турецкие специи, они хороши. Теперь берем вот это все добро, раскладываем на решеточку. Отлично, совсем чуть-чуть осталось. Вот, обосная. Ох ты, чуть-чуть она подрумянилась, но не критично. Это как раз шкурка, которую я не ем. Может, уже очень она жирная, холестерин, все такое. Я продолжаю нарезать баклажаны, потому что они уже немножечко подостыли, почистил, все хорошо. И теперь их можно будет добавлять в салатик. У нас и готова курочка. Ну, вот такие вот большущие куски. Ну, ой, как вкусно, ой, как вкусно. Ой, прям невозможно отказаться. Ну, а теперь переходим к картошечке. Картошка становится блюдом, когда к ней и относится, соответственно. В данном случае картошку мы обихаживали. Ну, а теперь переходим к второй части марлезонского балета. Часть финальная. Это будет очень быстро, поэтому надо уже готовиться к тому, чтобы накрывать на стол. Вот стол, на нем еда. Все это стоит $5, 17,5 лир. И я готов угощать. Кого угощать? Сейчас расскажу. Сначала Алексей из Бруклина придумал, чтобы снять выпуск в своем влоге о том, сколько будет еды куплено на $5. Потом на это сделал ему ответ Илья из Вьетнама, из Ханоя точнее. Потом подключились и люди из Китая.
Потом немцы подключились, русскоязычные, в Польше аж сразу двое. Денис со своей подругой, которых чуть не забрали в полицию. И Юля из Киева в Польше показала, что можно купить за $5. Ну что, это 1/4 часть всего того, что я купил за $5, 17,5 лир. Четверть курицы, четверть батона, четверть помидор, четверть огурцов, четверть картошки, четверть зелени, петрушки, лука репчатого, ну вот, четверть баклажанов и четверть подаренного бесплатно зеленого перца такого, который мы запекли. Четверть воды. Ну, остальное, думаю, вы сами видите, что вокруг нас, ну вот, способствует это все употреблению данного вкусного блюда. Рад был бы всех вас здесь принять, так что приезжайте, и такой стол за $5 вам обеспечен. Назар Давыдов, человек, который вам нужен. Дин-дон-дэй, ма-саляма, гэй-до, гюле-гюле. Ну, наконец, просто чао! Спасибо нашим поварам за то, что вкусно жарят нам. Нет, неправильно. Спасибо. Спасибо нашим поварам за то, что вкусно жарят нам. За то, что вкусно варят. Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам. Спасибо нашим поварам за то, что вкусно жарят нам. Довольно.